привет, дорогие друзья, я гитарист группы The Light 3, и это третья часть выпуска, где я играю популярные песни в стиле фингерстайл и смотрю на реакции людей в чат-рулетке. В этом видео я снова разыграю 1000 рублей, либо бесплатный урок по гитаре от меня. Условия такие. Подписаться, нажать на колокольчик, поставить лайк, прокомментировать и досмотреть это видео до конца. Победитель конкурса определится случайным образом после того, как это видео соберет 3000 лайков. Смотрим видео. Очень-очень-очень классно. Да. Это прям очень классно. Да. Блядь, я пойду вытирать слезы ностальгии, играть в GTA San Andreas и заодно вытру, блядь, лицо от ночи, потому что ты меня дико обоссал только что, потому что играть вообще по сравнению с тобой, ну, не умею. Блин, эта песня душевная, это Стёпа на дискотеке познакомился с первой любовью в 2010 году. Ля-ля-ля, это режиссер же был, градусы, я твой актив. Это был Медлячок Баста. А, да, Медлячок, что ты заплатил. Да. Какая? Давай, ну только пой при этом, пожалуйста. Я знаю голос у тебя по-любому божественный. Это классно, блин! Чувак, я, конечно, вот сейчас, ну, не Питер, не подумай, но если б я был бы девкой, я тебе, наверное, весь отдался за это видео. Snoop Dogg не умеешь? Вот ту. Можно еще уровень. Акстара, знаешь? Акстара? Нет, а кто это? Да как так? Ты же гитарист. Кто это такой? Да в Ютубе один челик, хорошо прям играет. И что он делает? Как он играет? Вообще офигенно. А что играет? Там много чего. Посмотри канал вообще. Просто был, блин. Он Смотри, умеет вот это играть? Да, вот это. А вот это умеет? Да. Набери в интернете, ой, в Ютубе Акстар. Да ладно, я шучу, я знаю. Я с ним даже знаком. Чуть-чуть. Да, прикольно. Серьезно. Да. Я к вашим этим новаторским песням, блядь, не готова я. Каким новаторским? Ну, вот эти вот
вокруг шум, пусть так не кипишу, все ништяк там будет. Не, ну это уже старая песня, это уже, ей уже лет 10. Ну, блин, как вот как это, рэп там, блин, хуйню, короче, я не пою. Я что по душе? Михаила Круга ты не знаешь. Вообще прям за душу, честно. Владимирский централ, ветер северный. Его прям под такую под пьяночку прям вообще зайдет. Алло. Алло, да. Добрый вечерочек. Да. А вы, судя по всему, игрок на гитаре? Да, игрок на гитаре, да. Шикарно. А можете вы мне ебануть Prodigy на Smack My Bitch Up? Например. Да, Smack My Bitch Up, да, честная Bitch Up. Шикарная. Так, Алла Баду. Нет. Ну, блядь, давай тогда Satisfaction, хули, блядь. Нет. Push me. Это то, что с чем я. Давай, ебани. Чувак? Может, это судьба, но... Вот он, тот же медиатор. Совпадение, не думаю. Не знаю, видишь ли ты, нет? Вот он, похожий, да? Каппадастр ты имеешь в виду. И что, и ту же самую песню умеешь играть? Да, играю. Я по-другому немножко. Она расстроена. Да. А сможешь там, не знаю, чем, ну, сыграть что-нибудь популярное? У тебя взгляд такой прям лютый. Че ты имеешь в виду лютый? Ну прям такой прям в душу смотрит, понял? Ты можешь не сыграть, нет? Нормально? Come the end, the time change, it's my way, but down again, it's the time of age, tied to lose, stuck to the storm, oh, can say what you mean. What you want me to be? See, can't you see? Rest, stand to the heat. Круто, круто. Mm-hmm.
чувак. Блин, такие, как ты, меня вдохновляют очень. Ну, блин, то, что это было, то, что я играл, то, что ты, это прям небо и земля. Ты коротко, со вкусом, это офигенно. Ты прям второй Бенгова, слушай, если ты знаешь его. Музыка просто знакомая сыграла, не могу понять, что... Криптонит? Правильно, да. Охуенно, бля. Заебись. Вау. Дед Мороз попался. У тебя звука нет. Звука нет, Дед Мороз. Дед Мороз, у тебя нет звука. Все. Давай, пока. Давай, последнюю песню, вот слушай. Нет. Что это за песня? Это носовый сироп. Знаете, это носовый сироп? Да. Все, карточка на сегодняшний день закончена. Да, на носовый сироп. Ну что, переключаемся? Нет! Переключиться хочешь? Классно, я не хочу отключаться. Она не хочет на дрочера смотреть. Ну... Тут красивый парень с ловкими пальцами. Играет на гитаре. Ты заметил подкат ее? Да, я еще язычком умею, кстати, играть на гитаре. Тебе показать? Так, подождите. Что? Язычком, говорит, умеет на гитаре играть. Так, подожди, это мое теперь. Он не показал? Нет. Покажи. Если понравилось это видео, то подпишись на канал, поставь лайк и поделись этим видео с друзьями. Итоги конкурса будут в моем инстаграме. Ссылки на мои соцсети в описании. Это видео я решил полностью записать на акустической гитаре, поэтому напишите в комментариях, какая гитара вам понравилась больше. Классическая, которая была в прошлых роликах, либо эта акустическая. Также можете писать в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующем ролике, или список песен, которые хотели бы услышать. Всем пока!